Всем привет! Это будет короткое видео об очень маленьких, но важных для меня вещах, касающихся вдохновения. Я помню, как раньше зимой мне постоянно хотелось лета, тепла, а летом хотелось Нового года, огоньков и снега. И вот уже несколько лет я успешно избавилась от этих терзаний и мучений. Я поняла, что на каждое время года, на каждый сезон мне необходимо вдохновение, чтобы получать настоящее удовольствие от погоды, от того, как ведет себя природа, от одежды верхней и неверхней, от этого всего. И, соответственно, на это вдохновение нужно было настроиться. Я начала действовать. Пускай первым, о чем я расскажу, будет одежда. Здесь все максимально просто. На каждый сезон нужно перебрать свой гардероб, чтобы, во-первых, избавиться от ненужного и неносибельного, а во-вторых, составить определенную цветовую гамму на это время года, которая бы приносила эстетическое удовлетворение и удовольствие каждый раз, когда вы собираетесь куда-то нарядиться и выйти. Следующее — это визуальное вдохновение, которое нельзя пощупать. У меня это специальные доски по временам года на Пинтересте. Меня, в принципе, вдохновляет порядок, но когда ты настраиваешься на определенный сезон, и собираешь в один какой-то архив, в одну папку, на одну доску все вдохновляющее, что может тебе встретиться, то потом очень легко, когда ты можешь за секунду в этом окунуться и насладиться, напитаться вот этим вдохновением. Ну а самое главное, и с чего все началось, это фильмы. Когда я задумалась о том, что почему же мне зимой хочется лета, а летом зимы, я поняла, что для меня раньше было нормой летом захотеть посмотреть что-то рождественское, а зимой про какие-нибудь калифорнийские жаркие приключения девчонок и прочее. Нет, все должно соответствовать. Вы должны чувствовать, что фильмы тоже могут давать нам определенное вдохновение. И нет ничего прекраснее, чем, допустим, осенью пересматривать фильмы с Робином Уильямсом, потому что у него чуть ли не каждый фильм — это школа, университет, осенние листья, вот какая-то такая атмосфера, и это заряжает на любовь к осени, на то, чтобы утром не просыпаться с депрессией, опять эта слякоть, эта темнота, эти листья, эти лужи, а быть радостным, быть вдохновленным, вот так. В общем, создавайте себе папки, создавайте доски на Пинтересте и настраивайтесь на то время года, которое сейчас у вас за окном. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!